Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп, и рассмотрим сегодня мы кейс горелку для сухого горючего мини. Вот. В данном случае у нас кейс горелка от компании Следопыт. Периодически производитель меняется, но содержимое данной коробочки остается всегда одинаковым. Кейс горелка у нас выполнена из стали и служит для того, чтобы мы могли сюда спокойно положить сухое горючее, поджечь его и сверху установить кружку, чтобы вскипятить чай или другую необходимость. Есть у нас два положения в открытого состояния, то есть вертикальное и под углом 45 градусов. Все у нас фиксируется тут на специальных пробитых выемках. Вот. Кладем сюда сухое горючее, поджигаем и совершенно спокойно греем, разогреваем, кипятим чай и прочее. В закрытом состоянии сюда можно положить для сохранности несколько таблеток, чтобы они не занимали у вас место в багаже. Вот. И совершенно спокойно закрываем. И кейс горелка у вас готов к транспортировке. Удобная вещь, выпускается вдруг в двух размерах. В данном случае вниз у нас кейс горелка мини. Размеры данной горелки у нас 10 сантиметров, ширина 75 миллиметров, высота 18 миллиметров. Если вам понадобилась такая кейс горелка, заказывайте в нашем интернет-магазине. Если уже пользовали ее, оставляйте отзывы, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.